Если... Я открыл, да. Потому Меня что потому что... А? Я подрубил заказ музыки, если что, и чтобы ты ее тоже мог там настраивать тише, громче и все такое. Хорошо. Ну, я донат смотрю, потому что я запускаю виртуальную камеру, чтобы быть красивым. Ага. Вот. Потекло, пишут. Не потекло, а покапало. Повалилось. Ага. Я уже даже не знаю, как это назвать, но... В общем, да, сейчас пусть народ немножко соберется, мы этот, расскажем, что это вообще такое. Вот. Вдруг кто-то забыл. Я, кстати, забыл. Специально не чекал, что-то там выбрал, чтобы для меня был сюрприз. А, так я тоже не чекал. Я просто по скриншотам выбирал. А вот как думаешь, что ты выбираешь их? У нас сколько мы? 2 часа собираемся стримить? У нас 4 игры всего? Да. И типа по полчаса на каждую игру. Мне кажется, ты даже многое выделил некоторым проектам. Я больше, чем главный экран не видел. То есть я там, ну, для захвата это все почекал и все, чтобы все работало. Сколько коричневого на экране. Ну, сейчас я афишу этот... Афиша исчезнет. Сейчас я прямо сейчас... Но коричневый останется. Да. Так вам понравится больше, я уверен. Так что... Вот. Неплохо, неплохо. Он прям... В принципе, я думаю, почти на твоей... полчаса оставить. Да нет, блин. Да, это вся игра. Такой флекс просто. Это вы еще не видели курсор в этой игре. Погодите. И вы поймете, почему он так флексит. Короче, когда я открываю игру, видно курсор вот сейчас? Нет, кстати, ну сейчас... Он убегает от курсора, да, я так понимаю? Я бы сказал, он уворачивается, если я вот так вот делаю, типа вот такое ощущение, что он всячески пытается увернуться. Особенно от хэдшота. В общем, да. Надо написать это, может, название типа 18+, или там, или... Вот на сколько плюс ты тянешь, 16+? Да не знаю, нисколько. Рисованное можно, вроде. Это же... понятно, что это. Да. Это же гномик из Half-Life, кстати, да. Да-да-да, только с подпиленной шапочкой, и он стерся от того, что его часто трогали, терли. Да, и... часто отправляли на ракете туда-сюда. Он повидал. Вот, да. Ну давайте посмотрим, что это такое в целом. О, это раннер. Слушай, я по скриншоту подумал, что это раннер, но я подумал, что... По слову ран в названии я подозревал, что это может быть раннер. Я знаю, что ты очень любишь однокнопочные игры, я недавно узнал об этом. Только если они на телефоне. Да. Но тут, тут двухкнопочная, тут... Подожди, я хочу проверить, а можно ли? Если... Блин, вообще... В Гугле есть в маркете игры вот такого? То есть там всякие шлаки есть, а есть ли там что прям вот бегать по... Высококачественные гачи-игры или... Да. Так, вот смотри, ну вот от этого... Вот от этого главное уворачиваться, мне кажется. Что же будет, если не вернуться? Надеюсь, там без всяких вставок. Ну, это в Стиме игра, так что я думаю, там такого всего не может быть. Ну, может быть. Может быть и не может быть. Но я надеюсь. Есть Gacha Birds, знаешь, как Flappy Birds я вижу. На телефонах, так что... Ой, я... Можно повыбирать, я думаю. Sweet Pain. Да, я немножко не осилил. Slave Market, давай посмотрим. А, наверное, кастомизировать можно нашего бегуна? Слушай, да. О, тут это неплохо. Разные чуваки, знаменитые. Подожди, а cost? 3000, нужно же 300. Они что, не знают, сколько нужно денег на покупку? Слушай, а это вот, же вот, танцы вот. Из Fortnite, по-моему, всякие. А сколько у нас 100 бакс? А у нас, кстати, 0. И поэтому мы не можем их купить. Они все, по-моему, тут стоят. А, платные? Да. Они все стоят много, ну ладно. О, боже мой. Хорошо, что ты это не слышал. Или плохо, что ты это не слышал. Я чуть не оглох. Я слышал через твои наушники это. Это что было?
Я настроил звук на минимум, чтобы ничего слышно не было. Это я когда я нажал на него, чтобы выбрать. О, боже мой. Ладно, это хорошо. Донат какой-то, что ли, такой страшный или что? О, кстати, я выбрал самый креативный донат гол. Так что, вот, я думаю, это лучшее, что можно было придумать. Жалко, что там рубли, а не баксы. Конечно, да, на голе стоят. Да, да, вот баксы нельзя сделать, к сожалению. Кто-то говорит, хорошо, что я не в наушниках. Мне кажется, если ты не в наушниках, это тоже странно со стороны. У людей возникнут вопросы, у рядом живущих. Сука. Хороших игр. Спасибо большое. Спасибо, аноним. Да, да, да. Он прочитал же у нас 500, он его читается? Да, вроде, но там я услышал хороших игр, да, было? Да, 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 да. О, спасибо большое. А там музыку заказали? Начала да, играть у меня. Да. Ты тоже работаете? Да. О, ну хоть музыку-то могу слушать, кстати, прикольно. Хоть какой-то звук, а то, к сожалению. $0. Блин. Можем покупать консоли? У нас перевыполнение плана сегодня. Серьезно? А, ну все, ребят, спасибо большое за эфир. Да, можем. Можем заканчивать. Музыку не слышно, говорят. Ну, только один. Только чат по громкости музыки норм, не норм? Как не слышно? Вот сейчас слышно? А это только один был, я, может, поторопился вычитывать. Норм, норм. Норм, норм. Nice, а, окей. Норм. Окей. Чуть громче, слышно. Слышно плюс один. Ух ты, какая хорошая игра. Сейчас мы наберем $300. А у нас там сколько, кстати? А что, где вообще баксы у тебя? Ноль. Все еще нет баксов. Да ноль, там вот слева вверху вроде написано. Да, я про то, что... Ну, ты... А что вот это ты собираешь? А, на пути? Что за... Похоже да, на кусочки грейпфрута, знаешь, дольки, если вот кожуру обрезать по краям. Я вижу, бакс внизу лежит, блин. Блин, я пропустил, да? Ну ладно. Да. Слушай, ну по идее, зная, как зарабатывают некоторые люди, я должен поймать вот эту вот движущуюся штуку и заработать сразу нужное количество баксов. Еще можно это... Блин. Фоточки потом с этим разместить где-нибудь на OnlyFans. Ага. Ой, кто вернулся. Всем еще раз привет, раз вы уже все собрались. Можно поздороваться. Ты что-то хотел рассказать, показать... Не, показать я там тоже показываю, что все, что хотел. Ты вроде хотел рассказать, типа, что это за... Steam понос такой. А, так, ну, если вдруг кто-то не помнит, то, короче, у нас когда-то был Steam понос. Ну вот это то же самое. Точно с ним. Мы просто решили, что эти ролики пилить сложно и долго. Да, что-то у нас все никак времени не находилось на них. Да. Плюс, ну, тут скорее я виноват, потому что у меня были сложности с... так сказать, антуражем, в котором я сейчас нахожусь. Вот, как вы видите, тут... Ну, нет, вы не видите, но тут справа от меня ковер, слева от меня ковер, спереди от меня шкаф. Слушай, если это тебя останавливало, то я даже вообще не понимаю. Это же, наоборот, стоило показывать всем и каждому. Ну, на самом деле, у меня камера испортилась, и, короче, работает только телефон. Вот. И сейчас у меня телефон стоит вместо вебки. Ну, кстати, вот телефоны сейчас современные, они, по-моему, наверное, работают лучше, чем вебка. Потому что, ну, реально камеры стали хорошими. Я просто проверял не так давно, умеренно давно я чекал. Я захватывал ОБС-кой вебку и с телефона камеру. Типа два изображения сразу. И на телефоне оно красивое, четкое, уже прям почти как будто у тебя камера стоит. С фильтром, стоит, да? А вебка, да-да-да. А вебка выглядит, ну, вот так. Ну, знаешь, на самом деле у меня единственная была проблема — это присоединить телефон вот туда, где стояла вебка, ну, стояла камера. Потому что, ну, это же телефон, как ты вот
что ты туда присоединишь. Ну, короче, в итоге я его примотал скотчем, и нормально. Нормально, да. Вот. Привет, сэр Даур, когда финалка? Финалка пока в процессе производства. Ждите не раньше апреля, точно. Вот. Прям точно не раньше. А если будет раньше, то, ну, обрадуйтесь. Это же самое удобное, да. Просто ждите. Да. Всегда будете рады, когда она выйдет. Какого года? А, хитрецы, хитрецы. Знаете, куда... куда атаковать, да? Ну, хоть не в конце месяца. Ну, о, меня спрашивают со стримами с Лианой, там просто выделено сообщение. Мы скоро будем. Слишком скоро. Вы будете не готовы, но мы придем к вам. По крайней мере, раз, два, может, четыре. Так, ну я накопил сколько? А, ой, я за один раз должен накопить столько? А, не, у меня 33 бакса уже. Слушай, прям как буквы в алфавите. По баксу на букву. Суть игры понятно, погнали дальше. Подождите, мы еще не добрались до других героев этой экономической стратегии. Вот, когда мы доберемся, мы изучим их тоже хотя бы. А в них только скинчик или он там как-то критит по-особому? Просто поскольку я не слышу игру, то... А я тоже не слышу игру, знаешь, вот они поленились ставить хоть, как, хоть какие-нибудь звуки, кроме как в меню вот этот хрыщ и вот этот крик при выборе персонажа. Блин, ну это, конечно, такое себе, там столько слушай, классных ох. Звуков можно было выцепить. Я прям, смотри, как уворачиваюсь. С огнем играешь. Да-да. Мы еще не открыли Boss of the Gym. Да, да, да. Да что мне дают эти апельсиновые корки, ё-моё, если мне баксы нужны. А это как-то тоже лорн обоснован или нет? То шарит за все вот это, ну, прям шарит. Эксперты нужны в чате. Почему мы собираем непонятно что? Так, у нас есть эксперты, которым будет не стыдно рассказать, что они шарят в этом? Точнее... Что-то стыдного. Ну да, в целом. А я напомню, что только сейчас, только январь доуровский закончился. Февраль еще 399 дней будет, до апреля далеко. Блин. На этих... как они называются эти? Рожок от мороженого, короче. Споткнулся. Там предположили, что это такое, что мы собираем красное и круглое. Я не хочу озвучивать этот вариант. И да, кстати, Флафиоус говорит, непонятно, почему членов уклоняться надо. Тоже, да, какая-то ошибка разработчиков. Слушай, а я не знаю, а может и не надо уклоняться? Это я так решил. Это я уклоняюсь, может я как бы ошибаюсь все это время. Ты эти свои привычки бросай, здесь мне место. Блин, действительно, все-таки сбили меня. О, ну тогда неправильная игра. Да, тогда не по канону, так сказать. И даже звука никакого не было, когда ты влетел вот в это вот. Ну как-то совсем, я не знаю, может быть, он там есть? И надо погромче звуки сделать, вот прям вот так. Сейчас посмотрим. Может. Что-то, да, возможно, очень хорошо. А чё никто не скидывает? Если у нас есть заказ музыки, то скиньте что-нибудь, ну, аутентичное, пока у нас есть еще время поиграть в эту игру. О, есть! Сука! Есть звуки, смотри. Когда я беру эти апельсинчики, звук как будто я стучу по банке пустой. Оу, самый скучный звук. Спасибо большое. Там нам закинули, кстати, Когал? Голод. 100 рублей, подкинул деньжат, сказал спасибо. Эй, для этого видео установлены возрастные ограничения. Нельзя смотреть встроенно прыгать или смотреть только на YouTube. Интересно, он тогда, наверное, не заиграет, правильно, да? Ну, кидай мне ссылку, я так запущу. Ой, пошли там. Сначала Василий с усами, теперь Даур, это флешмоб, где Cuphead уосовский. Cuphead будет скоро. Это средний палец или дик, или как мы... Я забыл, как мы... Решили, что значит... Средний дик. Средний дик, да. И Оленгор на ускорение FF скинули.
Так, но нам сначала нужно... Спасибо большое. Когловское запустить. А как... Так, сейчас я... Подожди. А мы можем в моменте запустить, когда будет без рыбья, так сказать, без музыки. Нет, это нужно прямо сейчас, понимаешь? Это, да? Это требуется запускать в данный момент под данную игру. Окей. Oh shit, I'm sorry. Возможно, ты прав. Ой, это какой-то микс, да? Да. Правильный микс, так сказать. Игра выглядит так, будто пережила две команды разработчиков. Первая делала конфетный раннер, но их выгнали, и вторая команда заполнилась членами гачевучими. Какой лор, да. Это этот, знаешь, смотрел Ральф, там, где он попал вот в это конфетное всякое царство. Принцессе. Тут Ральф немножко не туда попал. Да. Ты включишь песню, которую я тебе скинул? А, там уже нас ты уже скинул? Да. Я просто бегу и не могу... Сибгедес еще закинул атмосферной музыки вам. Тоже правильную версию часиков Валерии, но... сейчас, как только Даур отыграет... И еще отличненько. Блин, мы будем... Я принял гордо. Этот удар. Ой, есть один момент. Если я сейчас включу эту музыку, она пойдет не в ту дорожку. Так, сейчас тогда я придумал, что сделать. Так, где-то что-то. Ну, можно, в принципе, скипнуть, потому что там дальше пошли тоже хорошие версии, но просто жалко, что так получилось. Или ты сможешь настроить? Да, смогу, сейчас. Смогу. Да ладно. Я уже придумал. Чат, как... ваша музыка будет жить. Ага. Чем дольше ран, тем дороже баксы, кстати, тебе говорят. Громче. Так. Сейчас, дайте подумать. Угу. Как это включить отдельно? Все, резервный канал готов. Я, кстати, громко, у меня микрофон угромчился. Я верну на свой дефолтный, наверное, показатели его. Если будет тихо, то я сделаю погромче. Не знаю, что у меня периодически винда крутит туда-сюда громкости. Ага. Чуть-чуть потише сделался, а то у меня начинает фоном. Вот у тебя будто на наушниках бумага намотана. Не заиграла музыка? Не знаю, сейчас послушаю. А, я предполагаю, почему она могла не заиграть. Подожди. Подожди. Или что? У меня звук не туда пошел. Тихо играет, очень тихо. Сука! Нет, она не играет. Вы ошибаетесь, она не играет. Сейчас я сделаю, чтобы она заиграла. Так, и Хантер Томас, еще в рамках рубрики вам вдвоем надо будет поиграть в Super Bunny Man, песню «Скипните, как надоест». Что-то шрековское, 10-часовое, 10-часовое. Сука! И Дима пишет: «Миша, ты сильно изменился». Так, не понял. Андрей Егор, да, пишет, как рано, реально неплохо. Не получается, сори, но вообще никак не получается, короче, через OBS даже запустить ее не получается. I'm sorry. Ладно, давай дальше включаем, что там есть. Да, давайте. Без монеточки. Постарайтесь без 18+ версий. Включаю следующую, вроде бы так. Слушай, сейчас ты у нас в этой рамочке так как будто кушаешь туалетную бумагу, которая висит. Нам. Вот, можно чуть погромче сделать музыку. Давай. Так, а я пока продолжу. Да, вот так нормально прям. Кстати, неплохо, мне кажется, на раннере такая песня ложится. Да, вполне.
Ох, я помню, когда играл в этот... Ты играл Guitar Hero на гитарке, на пластиковой? Ага, не. Пробовал хотя бы раз? Ну, который джойстик фирменный. Сука! Не, я знаю, о чем, но нет, не играл. Спасибо большое. Там еще что-то... Регулар игрок. Тоже скину музончик на тему. Я думаю, что сейчас просто у нас вот две песни, по-моему, нормальных, а потом... Типа... Слишком много, короче, гачи-миксов. Надеюсь, они будут работать нормально. Гачи-миксов не бывает много. Нет. Спасибо большое, там еще что-то прилетело. И я, Дима, без текста закинул. Спасибо. Я постараюсь посередине бежать. Между. Не получается. А здесь прыгать? Ну ты прыгаешь, да? Да, но баксы так редко попадаются, типа... А, ну вон бакс, окей. Ну, в целом, да, мы можем растянуть, я думаю, ты на полчаса пытаясь открыть хотя бы одного персонажа. А подожди, а вот ты собираешь эти кругляшочки, это для остальных валюты? 300 баксов чисто для Boss of the Gym или нет? Не, вроде как только за баксы вообще все покупается, за зелененькие. Оу, а зачем тогда ты это собираешь? Просто так? Не знаю, они висят тут и вот собираю. 47 баксов уже. Давай посмотрим, сколько стоит самый. Баксы так редко попадаются. Все как в жизни, Дур, все как в жизни. Оу! Нам еще Steel Mag закинул 5 соточек. Спасибо. Спасибо большое. А следом за ним я, Дима. Да, без текстов, они просто, да, музыку подкидывают и ничего не говорят. Спасибо большое. Спасибо большое. Звук шлепка по жопе ведь? Когда переключаешь героев, правда? Не, это хлопок просто в ладоши. А в ладоши ли? Ну. Ты что, мы ж приличные люди, какие еще шлепки по... Не, ну... Мы играем в гача-игру, так что... Так, похлодаешь уровень фистинга. Что уровень? Что ты сказал? Хлопок в ладоши во время фистинга. Слушай, когда ты приблизился к микрофону, было прям так. Правильно. Блин, ты опять баксница. Соберись, Даур. Да. Так, это было. Это был что за хлопок в ладоши? Отгадай. Видно, что в маркете только у одного указано баксов, скорее всего, остальные за кругляшки покупаются. Попробуй, кстати, да. Сука! Ладно. Я специально умираю, чтобы услышать хлопок. Так, спасибо большое. Дима закинул музычки, спасибо. Боже. Сегодня глядел Stop Game Kek. Помните, Даур, про Тойоту? А, с нашей этой, с ходочки. 500. Возможно, я давно что-то не чекал, что там. Что она выходила. Без кеков сижу. Понос такой, понос. О, я взял его. Так, ну-ка. А он как танцует? Опа. Бля, о, какой ты дурак! Этот уже не так сильно уворачивается от твоего курсора. Дроп гренейт, говорит, ух, лютый стрим. Спасибо большое. Спасибо. Так, ну ладно, посмотрим, в чем его отличие. Взял его из смайлики. Что-то мне кажется... Что-то мне кажется, отличий нет.
Я возьму этот бакс, да! Фух! Осталось... Сколько нам осталось? Еще 200? Или да. 250? Я возьму эти монетки, да! Ты начинаешь проникаться атмосферой. Так, это какое-то аниме? Это что-то из Джо-Джо. Понятно, у кого-то, значит, гачи ассоциируется с Джо-Джо. Ух, всем голым накачанным мужикам. Я думаю, понятно, трасса она одинаковая или она немножко меняется, потому что я постоянно вижу эти вот кусок с пролетающими членами. Мне кажется, она немножко рандомизируется, вот прям такие есть куски готовые, и она из них просто создается. Потому что вот этот момент уже был точно. А вот здесь лежал бакс. Мне кажется, я просто по кругу бегаю, типа, этот круглый данжен, и я в нем мастер. Какой ты дурак, ёб твою мать. Спасибо большое. Спасибо, Ижан. Right floor, man. Streaming is 300 rubles. 300 rubles. Так, Дур, по кругу, ну в гачи же. Я еще беру какое-то мороженое и... по кругу, да. Я еще беру мороженое, не знаю, у меня там что-то... А, увеличивается, все, я понял, это типа что множитель. Увели... Ну, что-то вот увеличивается и едет. О, это шкафчики по бокам, я увидел шкафчики. Те самые шкафчики. Да. Реально микс такой, что... Или там было мороженое тоже? Слишком местами локация няшная, вкусняшная, а потом идет то, что ради чего мы собрались. Так, ну еще чуть-чуть можно набрать. Блин, 300 бакс, ну надо набрать по-любому. У нас еще есть 10 минут, так что мы попробуем. Хотя вряд ли сможем, но... Мы сделаем все возможное, что в наших силах. Скажем так. А эти переведенные песни из аниме, они типа для дублированных переводов делаются? Или они делаются просто по фану кем-то? Вот да, мне тоже интересно, что выполнен это... Ну, прям довольно. Круто, да. А! Зацепил просто. Такой еще мясистый звук, знаешь, был прям такой. Это, говорит, фан-кавер. А, просто кавер. По фану. Так, ну где там? Микс сейчас будет, нет, играть? О, да. А это ремикс чего? Микс. Микс ремикс. Валерия, часики. Часики, ё-моё, Валерия. Валера! Ну, что? Боже, вот такие шедевры, это просто гениально. Причем концепты, да, очень забавные. Ты просто берешь, типа, одинаковые сэмплы и в разных песнях распихиваешь. Да, да, да. Но главное, в нужный момент поставить, понимаешь? Под нужную фразу. А потом suck something, а потом fucking deep. Блин.
Это просто гениально. Сука. Качественный микс. Спасибо большое, там еще кто-то подкинул. Гранд Босс закинул. Вы крутые музыканигачи, но в тему, говорит он. Ну, давай попробуем. Окей, это официально после младший Leatherman, вот прям один из лучших миксов, да. Еще вот этот Исаул, Исаул, что ж ты бросил коня, вот это тоже гачи микс отличный. Блин, я, наверное, не слышал. Так, я могу взять нового Слейва. Тебе предлагаю, Даур, если публика не оценила геймбой, то делай гачи-бой. О, слушайте, нужно сделать гачи-микс на дауровский тот трек. Да, на геймбой! Это же прекрасно вообще. Ну хватит ли у если кого-то? Если это сделать, то присылать обязательно. Я хочу посмотреть на это. Гачи-микс на Евроокна бы. Блин, я надеюсь, этого никто не сделает. А это же должно еще 10 тысяч просмотров набрать, чтобы можно было поставить. Блин, вот эти... Сейчас пролетали члены, и вот этот крик такой... А-а-а! Как будто они кричат, когда пролетает. Чтобы еще громкость так затихала плавно. Спасибо большое. Это был я, Дима, говорит, Даур, пой. Но до этой песни мы еще не скоро доберемся. Я... О, подожди, это же Исаул как раз. Как в воду глядел просто. Как... Не, давай так. Как в Симен глядел. А у тебя... не все же доигрывают в таком ключе, а то сейчас просто... Не, не все. Другим проектом. Саундтрек все еще будет нас возвращать к первой игре. Я думаю, вот все, наверное, тут ставим на паузу. Сексом не так, это был бой. Так, ну ладно, следующая игра, что у нас там? Вообще, я обожаю, когда игры делают на Unity, потому что тогда вот сразу вскакивает вот это окошко, и можно поставить Windows, выставить нужное разрешение. Я ставлю Graphic Quality на Fantastic. Мне очень нравится. Еще анимация когда там есть. Если S не поднялась рука, блин. Я тебя завис, кстати, там. Ты что, меня завис? Завис? А-а-а, я тебя случайно свернул, прости. Ну ты хорошо завис. Так. Можете просто ничего не делать, оставить одну музыку. Слушай, уйти в целом. А давай однажды проведем стрим, где будем не делать ничего, просто включим музыку. Представляешь, как будет выглядеть запись этого стрима? Ой, Риска Киска. Спасибо. Да, подумаешь, гачева классика пишет она. Есть же, да, стрим... Нет, не стрим, есть записи на Ютубе, где там типа 10 часов тишины, вот тут примерно то же самое. Мы просто будем кекать в тишине полнейшей. 10 часов кеков. Так, тут что-то какая-то игра... Не знаю, что в ней, но посмотрим. Что тебя побудило выбрать эту игру? Эту? Я увидел интерфейс, где, блин, радар на пол экрана, я подумал, ну, все, это... Тут, если тут очень важно понимать, где ты, то это точно игра. Ой, подожди, покажи свою тень, мне кажется, ты бестельное что-то.
Я фингер просто. Мне показалось в моменте, что это рука такая трехпалая, знаешь, такая. Ой, чё? Блин, что за... Сука. Как попадать-то? Что он? Умер? Станислав вертолет и Шишкин говорит, ужас какой-то, слушаете? Ужас? Сука. Да. А еще... Спасибо большое. Так, раз что Сталгин возвращается к своим корням с порнобаннерами и шленами. Сейчас донат проходит, там еще один будет от Я Димы. Нужен художник, который нарисует, как Даур смотрит через Зимен. Спасибо большое. Так, ну слушай, ну тут окружение в целом, ну, выглядит норм. Мне очень нравится, как сделали просто идеально ровную поверхность и натянули горы по периметру. Да, я так делал в детстве, знаешь, когда в стратегии какой-то начинал новую игру, там можно было свою карту создать. Я, короче, вокруг своей базы создавал горы и узкий проход только, который туда вел, и все. И никто не мог меня победить, ни на каком уровне сложности. Ты посмотри, а какой Даур. Уже да. Здесь ты создавал узкие проходы к своим базам. На этом стриме ничего нельзя. Любое слово, сказанное в этом стриме, будет использовано против меня, да? Да. Так, а чё, в чём суть игры-то? Я ещё поставил высокую сложность. Ой, смотри, вот вылез. Хочет, блин, сделать фистинг S. Создал узкие проходы в данжен. О, там это, может, кстати, 10-часовая версия, как человек играет на пианино. О, боже. Блин. Так что, думаю, мы ну, минуты две, наверное, подержим. Ну, можно даже три. Это же все-таки Шрек. Ну, ладно, в слове Шрек 5 букв или 4. Ну, 4 вот в русском слове, тогда давай, пусть будет 4 минуты. Хорошо. Блин, мне нравится, как снаряды вообще пролетают просто сбоку, типа... Просто фейерверк пускаешь какой-то? Ну как человек, который смог замоделить вот таких монстров, не смог сделать больше ничего в этой игре? Ну а факт ли, что он их замоделил? Моделил? Действительно. Факт ли, что он их замоделил? Факт ли. Консервы, консервы вокруг. Ой, спасибо за подписку. Это... Уахонтоторикатасад. Вроде бы. Купил скорее, я знаю этот пак монстров. Осета, все скачал. Вот. О! Так это, делай игру. Сколько это стоит? Это стоит сколько-то? Сглаживание на дереве прошло не очень удачно, мне кажется. Сука. Очень странно. Тут чихнул на дерево вместо листьев. Ну, или в контексте данного знаешь, стрима это... не чихнул. Да-да-да-да-да. Но он чихнул просто не с той стороны. Сибги Эдес валим дальше. И там закинул нам еще миксов. А я Дима в слове «корова» 6 букв, пусть будет 6 минут. Там, видимо, 10-часовая версия у «корова» других забот. Спасибо большое. Так, мы отслушали 2.30. Ну вообще, игра называется Hunt там что-то, Hunt Planet Bug, то есть да. Охота на баги на этой планете, и я уже нашел несколько, но самое главное, когда я открываю игру, сам проект, я вижу, как называется сам проект, тут написано Nuevo Gran Proyecto, просто новый великий проект, я не знаю испанский, но я, наверное, возможно, попал где-то. Я хочу дойти вот до тех гор, и я думаю, можно будет остановиться. А можно ли, или тут прямо не сильные перепады, чтобы там закромировать и хоть что-нибудь интересное сделать в этой пустой мертвой игре? А сейчас попробую залезть на те горы. Это 161 рубль. Мне интересно, то есть, вот когда люди выставляют такое, то есть, ну...
Ты взял, открыл Unity, побаловался с соседами, натворил какую-то абсолютно скучную, странную хрень и такой: возьму за это деньги. Как это у людей возникает ощущение? Тебя гениальная мысль была. Нет, нанял человека, который смог оценить это в рублях, сколько вот стоит эта работа. Причем в любой стране ты там в США будешь покупать, именно 61 рубль ты платишь. Очень специфически оценил свою работу человек. Да. О, это Halo Infinite пишет нам StopGamer.ru. О, я забираюсь постепенно на горы, значит, все-таки можно. Блин, мне теперь интересно, что за этим хребтом находится. Я думаю, там, как в Вальхейме, водопад. В смерть. Блин, я человек не... О, все, мы заканчиваем с Шреком. Отлично. С телефоном, в принципе, работает. Я уже потерял ощущение, что оно играет по кругу. Привык к этому звуку. Подходило, знаешь, так как. Да. Мне кажется, он... Название GTA. Или это GTR. А, да, там написано, да. GTR 8 на 8. 8 на 2. 8 на 8, скорее всего. Anti-matter weapon. То есть это, короче, оружие антителами стреляет. Но при этом, блин, не может убить эту бяку с нескольких выстрелов. Не покидай данжен. Я хочу выбраться из этого данжен. Ну хреб там еще хребет. Интересно, как мне хочется нагуглить, но это, наверное, не так легко делается, да? Где гуглить в библиотеке 3D ассетов всяких? Ну, у Unity там вроде какой-то свой шоп. Так, ну прыжками у меня получается забраться туда. Антиматерию. Пушка стреляет. Сейчас я попробую сделать антиметр джамп. Это песня от автора «Польской коровы»? Спрашивают. Что-то есть в вокале. Давай, мы сможем, мы сможем. А что если главный герой игры — конь из Скайрима? Блин. Вдруг мы сейчас заберемся наверх, а вот там будет конь из Скайрима. Главное, чтобы нам позволили это сделать. Давай, давай. У меня такое ощущение, что музыка... Ну, это она такая есть, но она как будто бы, знаешь, местами дублируется с маленькой задержкой. Звучит так странно. Эти вот шейки-шейки на фоне. А. Эстонский рэп вроде говорят. Ну... Привет, Уэс! Говорит Мари Артист. Господи. А еще говорят, Катя не слышно почему-то. А что если за этой горой нормальная игра? Это этот проверка на дурака. А там просто Киберпанк 2078. Давай, мы близко. О, капец, мы уже далеко пошли. Ладно, пойдем на другую гору, на ту. Ну, противоположно. А там за горой гачья игра. Эта тварь мне больше нравится. Проверка пройдена, вы дурак. Блин, тут еще пустыня. Да, капец. Вот за этим холмом. А, вот там я вижу. Вот там я вижу предел. Конец? Ну нет, ну почти, конец? Почти конец, почти конец. Coming in the 90s называется этот трек. Там Армения в народ играет. Блин, чё-то далеко. Мне кажется, ближе вот туда пойти, к краю. Чуть-чуть потише можешь, пожалуйста, сделать? Нет! А то я буду кричать, как в данжене.
Я сделал вроде потише, нет? Нормально? Ну, слишком тихо. Да, ё-моё. Чуть-чуть погромче. Ну вот, да, да, норм. Да, а ты такой ничего не изменил. Я оценил громкость на уровне, в смысле, на моменте, когда звук был «а-а-а». Ты такой, вот так хорошо, вот так хорошо. Так. Слишком тихо. Но тогда вы нас не... Громче, громче все! Ну ладно, давай чуть громче еще. Мне так нравится, что здесь, когда ты поднимаешься на горы, тебя уже не преследуют никакие жуки вообще у них. Да-да-да, им... Блин, кажись, мы достигли конца. Там невидимая стенка или совсем конец? Прыгай вниз. Сейчас под этот крик мы прыгнем. На теории, что так как по тени видно, что ты всего лишь летающая пушка, то, возможно, ты не пушка, а боевой космический корабль с видом сбоку. И жуки, на самом деле, огромные, как Годзилла. Тогда объясните вот этот маневр, вот то, что я прыгаю, это что я делаю? Это Сириус Сэмон. О, я полетел! Что-то подержит, за текстуры появится заставка «Кротим». Да ладно, неплохо. Ой, смотри, там какая-то белая... Там какая-то белая штучка... лежит. Возможно... Понятно. Ладно. Нам еще нужно как-то 5 секунд растянуть. Или там, думаешь, игра есть какая-нибудь другая, более интересная. Это, короче, в фотошопе стиль там, по один из первых стилей по умолчанию, который стоит вот такой, сверху голубой и снизу коричневый. Да-да-да. Сверху бассейн с Симен, снизу бассейн с говном. Спасибо большое. Не, чё-то нет. Дауру, куда ты сегодня идёшь вечером? Я постараюсь никуда не идти. А еще до этого Burrito SLS, я не помню, читал... А, нет, не читал, минуту назад было. Что вы делаете? Вы же серьезный игровой сайт. Прошу, продолжайте. Так, ну, Escape не работает, не знаю, R, там, пауза, P. О, P работает. О, можно сохраниться, давай я сохранюсь, вот прямо здесь. Да-да-да-да. Сейчас просто нажмешь кнопку и попадешь в конструктор юнитивский, знаешь, можешь доделать сам игру. А теперь я загружу игру. Подожди, я загрузился здесь же. Отлично. Блин, еще не quit написано, а quick. Типа, быстрее! Быстрее свали отсюда! Да-да-да. Мне нравится описание игры. У вас есть разрешение охотиться на планетных жуков 153 раза, видимо. Я не знаю. Почему ты хочешь, типа, знаешь... переводи, типа, у вас есть разрешение охотиться на Planet Bug 153. Нет, 153. Да, procure that they don't hunt you. Так, ладно, я, может, какую-то кнопку не знаю. А, strong shot еще есть. Normal shot, strong shot, cam shot. Да. А что ICQ и DER, что за приписки были к клавишам? Сейчас ты попробую. Видел? Да, но на клавиатуре эти... они ничего не делают. Сука! Нет, в смысле, там была left mouse и какая-то приписка, и потом еще right mouse и какая-то приписка. Я открыл другое оружие. О май гад! О! Но у него ограниченный запас. Ну, блин. 150 раз играешь, потом покупаешь заново. Да-да, смешно, если тебе лицензия на охоту заканчивается с каждым разом. Так, там Станислав Вертолетович Шишкин закинул соточку. Да вы с этими гачами забыли настоящую сексуальность, надо бы напомнить.
О, интересно, что там. Спасибо большое. Не скажу, да. А еще от Хьюжана, надеюсь, сработает. Прилетело что-то. Спасибо. Ну и чё? Блин, тут даже бегать нельзя, типа, ни shift, ни control, ничего не работает. Ну это прям, ну реально человек, типа, мне кажется, он поковырялся минут 15 в Unity, и такой, все, я игровой разработчик. Спасибо большое. Я знаю, куда ты идешь. Сегодня мы идем в... Пишет я Дима. И там дальше песенка будет. Я напомню, какая. Окей. Юпитер пишет, мы так стопгейт разрабатывали. Смотри, можно засунуть пушку. Оу, оу май. Неплохо, неплохо. И жук такой тоже там читает. Какие-то совершает действия. Сексуального характера. Так, уйди от меня, стрекоза. Я помню, в детстве у меня был... сосед, и он, короче, увидел стрекозу и убеждал меня, что она похожа на вертолет. Я говорю, ну может все-таки на самолет? Он такой, нет, на вертолет. И... Не знаю, почему я это вспомнил. Вообще странно, почему у тебя сосед? Он лежал пьяный в кустах, почему вы с ним об этом говорили? Да, ты видел стрекозу, вертолёт настоящий. Мы в этот момент лазили где-то в кустах, но он был не пьяный, ему было лет 9, наверное. А, ну блин, ты всегда просто сосед, знаешь? Мне тоже, если что. Мужичок такой лет 40, такой, Даур, видел стрекозу, как вертолёт. Ну и в целом, если вот вертолет или самолет, то, наверное, стрекоза, правда, похожа на вертолет? Немножко. А еще у меня был сосед, он был, короче, постоянно бухал, и всегда у него кожа была красная. Ты тоже 9-летний. Я не представляю, кто есть кто у тебя. Ты их рассказываешь. Не, это был сосед того соседа, короче. Это я который... Я думаю, что скипать эту игру, слушай, она скучная. Сука! Может, да, сейчас скипнем. Быть? Я сейчас просто дойду до другого конца, там какая-то белая бумажка лежала большая, мне очень интересно, что это такое было. Тут вроде недалеко. Какой-то целеустремленный. Вот бы так историю серии делал. Я так и делаю. Давайте снова первую игру нас призывают. Ну что-то же должно быть в этой игре. Ну что-нибудь, что-нибудь, блин. Во, там что-то проглядывается. Смотри, там какие-то стоят гиганты. Два мужика, по-моему, стоят. Надеюсь, это бассейн Симон. Смотрите, там точно что-то есть. Так что я не зря топаю. Ты просто хочешь, чтобы каждый 61 рубля прям был это высосан просто. С пользой. Ну да, это ж, блин. Все-таки. Да ты возможно... в бумажке написано, деньги не вернем. Возможно, когда эту игру делал разработчик, он такой, типа, ну пусть будет $1. Перевели на рубли. А прошло время, короче, и... Да-да-да. И доллар теперь еще дороже. Так, еще там Burritos LS скинул. Думаю, будет в тему. Там нас ждет вообще такая... разношерстная подборка. Там вдалеке стоит кунгур с армией жуков, предположение. Блин, еще бы выжить, чтобы туда дойти. Мне кажется, меня сейчас убьют. Там точно кто-то стоит. Я вижу прям, два мужика стоят и вот так вот друг друга за руки держат. Один спиной повернут, да? Ой, какая песня заиграла в тему.
Слышь? Можно чуть-чуть погромче тогда ее. Ты такой, два мужика стоят за руки, держатся, и у нас... Ой, это вот когда я падал вниз, надо было включить как раз. Она бы подошла. А, это веселая версия, понятно. Чуть-чуть убавлю. Веселая? Да. Тебя ничего не смущает пока в звучании этого трека? Да я только такое и слышал последние лет 5. Ну хотя да, мне кажется, надо сейчас доказать, что на самом деле она не щитифлюта исполнена. Ох ты ж, блин, тут еще какое-то говно на меня идет. А у него еще есть шкала здоровья. Что за тентакли такие у него? Хай-оу. Вы... Ч... Не дали мне дойти? Ну подожди, я тебя доталкиваю сейчас. Ух ты ж, блин. Так, Карлос... Канинарис, да? Сейчас. Да, теперь гоните вон с бегами. Я тебя запомнил, блин. Ничего больше у тебя не приму, никакие ключи. Все. Дважды не дал нормально допройти игру. Да урзлица. Это тебе не Dark Souls, тут играть уметь нужно. Ваши очки были максимальные, да, но... Вот это у Уэса очки максимальные. У меня еще были не максимальные. Так, ну что, переходим к следующей стадии. Давай. Лингатопия? Да. График quality делаем fantastic или beautiful. Давай beautiful посмотрим, что будет. Синематика нету, да? Нет. Карлс не дал Дауру два раза. Запишем. Так. Даур такой няшка, когда злится. Даур злится. Так, Карлос, ты давай эту игру лучше сделай нормально. О, Маркрей. Стимпанос воскрес. Даурчик, дай мне в чайную комнату. Ну, не знаю. Там есть одна комната в следующих выпусках будет где-то. Вот. Короче, это игра о том, как можно изучить какой-то язык. Значит, мы можем выбрать, какой на каком языке мы говорим и какой язык мы хотим выучить. Давай китайский. Я хоть наконец-то подтяну его. Слава богу, я думал, что все, я заброшу этот язык. Так, мы говорим на китайском или мы хотим изучить китайский? Не-не-не, мы говорим на русском. Давай как это... Original experience. Я хочу или хочешь выучить? Сразу это? Ты думаешь, что ты хорош в английском? Короче, если выбираешь русский язык, тебе таки пошел нафиг. Тебе не нужно сначала выучи English. А когда выучишь English, выберешь English и будешь изучать другие языки. My English is very good. You... Чуть-чуть прибавил, там флиты надрываются, флиты плохо. А боже, врача. Так, есть чайниз, есть еще джерман, есть полиш, туркиш, вот туркиш я знаю. Есть вестроботниан. И вьетнамский порт... Что? Вестробот? Да, вестробот. Чёрти. Вестробот. Давайте русский учить. Так, а русский нельзя, если ты знаешь русский... А, не, можно. А, мы же английский, да. Ну, не знаю, что выберем. Ну, давай попробуем сначала с китайского. Возможно, мы что-нибудь уловим. Не все еще это выглядит, как будто... Да, я не понимаю, в чем здесь прикол. В чем игра? Да. Или, наверное, полезная. Сука! No way. Блин, мы играем... Спасибо большое! Мы играем за фиолетовую шапочку. Ага. Это же Джорни? Это пикавица Джорни? С черными ногами. Так, а как... Эдим пишет, Вес, как ты относишься к Шреку? Отлично вообще. Блин, Вес вообще бро. Просто. Вот если останется... Вот в мире будет только три человека...
Не, вот если мне скажут, ты останешься в мире только с одним человеком, это будет клевая девушка, которая не любит Шрека, и Уэс, который любит Шрека, я выберу Уэса. Вот. На это расчет был. Все эти годы я ждал, когда кто-нибудь сделает мой такой выбор. И смотрел Шрека. Пишут нажать левой кнопкой, но я нажимаю, но ничего, блин, не происходит. Да я нажимаю! Да я нажимаю, блин, чё ты прыгаешь? Скажи что-нибудь на китайском. I want to learn Chinese. О май гад. Окей, нихао, юдан. Юдан. Я не юдан, я, кстати, абхазиан. Ну ладно, миман. Юдан мимо, короче. Понятно. Мей... Давай-давай, выкручивайся сам. Янго. Блин, а вот следующее слово какое-то ругательное, оно... оно начинается как-то... Окей. Хуйшохуа? Хуйшохуа. Дэ ньяо мя... ма. What word do this image represent? Как-то type интересно это. English word for ньяо. Ньяо. Чак, так, что такое ньяо? Было написано, что эта игра помогает изучить язык. Но как она помогает изучить язык, если мне дают предложение и говорят, переведи вот это слово, блин. В смысле, ты не знаешь? Мы же тебе транскрипцию написали. Фига себе, познавательность Степаносова, когда не думали, что дожили до такого, а? Ну давай, допустим, plain. Try again. Ладно, перо. Февер? Нет, перо, я не помню. Лидер, да, да. Нет, больше не угадал. Не угадал. Все? Окей. Ниенгай, кувинвен, наши тузы. Так, невинвен, наши тузы, пожалуйста. Ну, я думаю, что это должно быть белив. А, нации! Тузы. Типа, как ты думаешь, что нация означает? Давай ножи. Возьмут ножи лучше. Мы все-таки на Твиче в эфире. Ну, если нации, они типа во что-то верили. Так что, может быть, белив? Я думаю, белив. Я никогда не возьму тебя как репетитора какого-нибудь языка. Нет? Блин, нет. Окей. Спасибо большое. Маршал Йобст говорит, дару красавчик, боец универсал, языком владеет, и стволы чистить умеет. Спасибо. Та Джинчанг. Джинчанг. Кунаге. Шичанг. Как ты думаешь, что значит Чинг-Чанг? Ну, я точно знаю, что я сейчас конфьюз. Что угодно, блин, я не знаю. Так, ну что это может означать? Так, подожди, там это, нам Макс закинул, и Марк Грей сейчас спросил, ты что, больше в Китае не живешь, не едешь сюда или что? Ну, тут весь мир сейчас сидит на жопе ровно, поэтому, да. Спасибо большое. Спасибо. Так, ну я думаю, что это означает... Я за confused, потому что я очень confused right now. Окей, confused, я поддерживаю. Блин, нет. Да, второй... я моя. Подожди, сколько уже прошло? 5 минут, сколько мы узнали китайского? Мы знаем, что нации это точно, они не... что нации это не верить. Это точно. Так, ну если так прочитать, типа... Та джингчанг кунаге шичанг. Типа, ты как себя чувствуешь, может быть? Вот почему-то мне... Нет? Или ты как? Посмотри, второе слово, оно должно быть похоже на последнее слово. То есть ты как и вот что-то на как. Ты как какаешь, может? Как какать, да. Давай попробуем хау. Этот рупор ты можешь как-то озвучить? Это можете прочитать? О, может, но только ни хрена не слышно. Сейчас сделаем погромче. У нас все еще там это? Какое-то еще аниме нам закинули в звук. Сейчас еще громче попробуем.
Можешь чуть-чуть тише сделать, пожалуйста? Ой, звучит по-китайски. Че, бавить да. чуть-чуть? Но она уже не дает мне, короче, нажать, конечно. В общем, я не справился с экзаменом, пойдем дальше. Господи, тут целый так город. Так много мы всего выучили. Так, сейчас посмотрим, что тут есть. Вот на этого... Не дают нажать, он просто восклицательный знак, что-то и все. Чуанглян. Эта игра слишком хорошо для стимпанонса, прямо ты смотри. Чуанглян. Она, то есть, она выглядит как игра для стимпаноса, но как okay. будто бы у нее есть потанцевал хороший. Значит, меня учат слово Чуанглян. Чуанглян, да. Чуанглян. Значит, это либо бумажка, либо две полоски, либо ручка дверная, либо свиток, либо... Что вообще нарисовано тут? Это держалка для полотенца. Это... Или свиток? Чуанглян. Блин, ну ладно, хорошо. Пусть запомним. Чуанглян. Чуанглян. Ой. Туалетная бумага, да. Шу. Шу это, видимо, дерево? Окей, шу чуанглян. Ну, сейчас не знаю, что такое чуанглян. Так, окей. А тут можно на любой предмет нажать, и она скажет, что это? Нет, нельзя. Вот, смотри, черепаха что-то мне говорит. Остановись! Ох, Я забыл, кью у них как читается? Кью буква похожа на кью. Йитян жижонг... Во, блин. Я не успеваю ничего прочитать. Ладно, как будет унитаз? Пенсуичи. Это писсуар или? Как выжил в Китае, не зная китайского, да, легко. А, for fountain. Это для фонтан. Это фонтан, блин. Это... Давай переименуемся в Steam Фонтан. Мне кажется, хорошо будет. Неплохо, да. Довольно так изысканно, знаешь. Так. Симулятор вызов в Китае. Да, 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 да. Джанцы. Один в один. Жижонг пипинсуй, да. Так. Чанцы. Чанцы. И есть актриса Чанцы. Она вот, но она, блин, не похожа на коробку. Она красивая. Не фонтан. Нет, тебе как коробка, она не представила актрису. Окей. А, вот, я придумал. Сейчас. Ща, пару сек. Консервы вокруг. Блин, хотел обмануть систему и типа заглушить хром, чтобы не слышать музыку и слышать стрим. Но, блин, стрим-то тоже в хроме. Черт. Так, сейчас я сделаю все. Я думал, когда видел название, типа, монстр, мужики и языки, думаю, ну, наверное, мужики и языки это что-то одно. Ах ты шалунь! Полезное что-то. Так, пару секунд. Ты там... Я понял, кажется, что ты делаешь. Догадываюсь, по крайней мере. Итак, слушаем. Сейчас я сделаю чуть погромче. Сянцы. Подходит! Все подходит. Все, теперь я знаю. Блин, сейчас весь китайский учить через актеров и актрис. Да. Так. Блин, тут чувак исчез прям передо мной. Ой. Чё? Тут мне даже не дают прослушать, что этот. Чонг. А что это? Это маленький кит летающий или что это? Просто чё? Чонг? Это... Я даже не знаю... Блин, я даже не знаю, на что я нажимаю. Что это за предмет, блин?
Что это такое? Rubbish, rubbish, что там было? Rubbish, rubbish, rubbish bin? Ложись, ложитонг. Лазитонг, лазитон. Ложи. А тонг это язык, ложи язык, все, мы разгадали. О, Рен это человек. Рен. Жен. Рен, да. Жен. Средний звук между Р и Ж. Такой Жен. Это слово я знаю, кстати. Я даже иероглиф знаю у Жен. Что это такое? Это когда нужно поместить свое хуа? Это когда ты увидел, насколько сложный китайский язык. Так, ладно. Ну чё, пошли на другие языки? Да, давай, давай. Сейчас мы полиглотами станем за один стрим. Так, new game. Yes. Можно, пожалуйста, назад? Заново. Так, окей, хуа мы себе. Говорим на английском, но хотим узнать польский. Какой? Польский. Выбирай. Прикольно, хочу, да, давай польский. Давай. Я даже могу в чате вон китайский привет написать. Ого. Слушай, ну эта игра чем-то напоминает предыдущую только. Но только поначалу. Здесь есть контент. Ну я так и не понял, это реально вешалка для полотенца? Куртина. Ну это, наверное, картина. А, curtain. Это занавеска, блин. Куртина. Занавески же снаружи дома вешают занавески. Подожди, подожди. Через какой язык? Польский? Да. Он что, больше с английским перекликается, чем с русским? А не знаю, на русском нет слова. Куртына. Куртына. Так, давай еще что-нибудь найдем интересное. Есть комната? Если есть комната, можно... будет забавно. Знаете, как будет комната на польском? Ты нам покажешь или скажешь? Ну попробуй узнать сам. Комната. Комната? Нет, слишком просто. Комната. Курва. Все, что я не знаю, на поиском курва. Блин, да тут везде висят занавески только. Пуделька, это коробка. А почему не показали джанзы опять? Тогда же была джанзы на коробке. Они оставили место для того, чтобы ты вставил картинку. Пудельку, коробка. С дороги, проже. Типа, с дороги. Да. Моя девчина выглядывала что? Твоя так девчина, ладно, что? Дзис рано. Что-то про рано. Козь на смеси. Типа. Козья смесь? Козявит на смеси, видимо, кого-то. Я не знаю. На уровне поисках девчины. Так, ты девчина? Иди сюда. Можно на тебя нажать? Смотри, я клюю эту. Блин. А клеешь ли? Так, нужен срочно гачеремикс. Так, Даш. Это... А, еще там музыка у кого-то двоилась. Подожди, мы двоим... Ребята, что? Игра и донатные двоятся, ребята, жуть. Там так много звуков. Че двоятся? Не знаю. Ребята двоятся? Нет, мы не двоимся. Может, у тебя открыт дважды стрим? Дашь или не дашь? Не знаю. А, ты, да, в чате, чуваку. Это был Вестхайм, кстати, привет. О, нет, это другое. Дрзево, Држево. Вот будет Држево. Это дерево. Вот это смотри. Понятно. Муше иш на закупы. Закупы я тоже понимаю. За покупками, видимо.
Моя дживчина выглядела так ладнее. Музыка в игре выруби бьет по мозгам, у игры 3D звук, он бьет по ушам, пишет тебе. Все, убрал. Из игры. Простите. Искал дивчину, нашел пока только мужа. Да. Смотри, целый город, тут что-то есть смена дня и ночи, да, динамическая, вообще вау. Так, что-то с польским туговато у этой игры, он ничего не озвучивает, на что бы я ни нажимал. Давай другой язык тогда. Давай. Чеши, чат, какой хотите язык поизучать? Да, пишите. Подожди, а если мы знаем немецкий, какой можем изучить? Английский. А что тебе предлагают, он, Вергис пишет, что нужно начать с русского, изучать английский, чтобы примерно понять вообще, что там за предметы, что о чем, почем. Короче, какой бы язык вы ни выбрали, вы можете изучить только английский, а вот с английского вы можете изучить уже другие языки. Ладно, давайте выберем русский и посмотрим, что же на самом деле БГД. Это у нас так обозначается алфавит, да? БГД? Это что? Ну, типа как ABC, наверное, я не знаю. Так, ну посмотрим, что на русском от нас хотят все-таки. О! Так. Валун. Нет, надо правильно разговаривать. Валун. Валун. Или это нормально, кстати? А это? Камин. Окей, ну это понятно. А как озвучивают? Нормально или с акцентом? Тогда мне нужно включить звук. Камень. Как-то вот так. Камин. Да, ё-моё, опять все гачи сводится. Камин. Так. Что же вот тут от нас хотели в тот раз? Сейчас до Симон дойдем. Ты выглядишь растерянной. Ты раньше никогда не встречала говорящую птицу. Type the English word for птицу. Ага, типа это не отдельные слова, это комбинация самолет и и перо, и получается птица. Ты так же обычно птицу себе представляешь? Дюд! А давай и еще что, смотри, можно еще help выбрать. Что еще? И еще вот эти два самолета, которые падают вниз. О, черт. Опять какая-то скользкая тропинка начинается. Как она вся на фоне. Под музыку, кстати, да. Так, ну этот, птицу. Че там, бёрду? Нет. По лапке, да не мой, я понял, кстати, да. Тебе нужно поговорить с кроликом. Берду? Билли Берду написал. Type English word for поговорить. Talk. Yeah, success! Успех! Man! Yeah. Спасибо большое, там еще прилетело. May freeze, thank you. Пишет right into us, вечерочка. Обычно on на рынке. What do you think on means? On. He. 9 years. He. Or years. А кто тут на рынке, может, годами пропадает? Откуда, не знаю. Да. О. Почему мы с рынка начинаем? Типа это самое... Это насекомое! Насекомое Дже. Так. Ты, стой. Ладно. Ты дерево, понятно. Ты все-таки коробка, понятно. А ткань ты трогал? А, мы выяснили, да, что это? Занавеска. 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 Коробка. Ну ладно, более-менее знаем. Пойдем. Мне интересно, есть еще какая-нибудь локация? Ну, типа, они выбрали рынок, поскольку рынок это, типа, на нем можно увидеть все сразу или что? Типа, рынок или там это... там есть, типа, огромный биом, знаешь? Рынок типа, это вот Восток, это Турция, понятно, берем турецкий. Нормально.
Так. Эстонский есть. Там есть эстонский еще? А давайте эстонский тогда. Если действительно есть. Так. Эстониан. Где он? Во, во, все. Поехали. Я знаю, что будет медленно, но... Что поделать? Вся загрузка такая, да, в три раза дальше. Готовимся в Таллинг Солоду, да. Итак, как будет... Мы с ним будем разговаривать на одном языке. Да, как ты ему скажешь, что ты, чувак, ты камень? Никак. Она вообще не кликает на камень. Тут бесполезно изучать языки, блин. Тебе даже не дают... Она не тыкает не на камень. О! Word for boulder. Boulder. Понятно. Окей. Boulder? Это камень? Видимо. Boulder. Boulder. Звучка еще не прогрузилась просто. Да, кстати, тоже эстонский. Координат. Координат. Это занавеска, да? Координатор. Координатор — это, короче, чувак, который занавески отодвигает. Блин, недавно видел мем, короче, где кто-то пишет кому-то в Инстаграме, типа, у вас классный профиль, но плохо прописана биография. Я профессиональный биолог, могу вам ее составить. А, да-да-да. И там пошло в комментах, типа, там, я... как там было? Я там профессионально ремонтирую под... потолки, я патологоанатом или что-то такое. Я профессионально практикуюсь, я там проктолог. И, кстати, Болдер — это валун, говорят. А дерево как? Пу! Пу! То есть то, что на английском пу! Понятно. Ну, дерево выглядит как английское пу. Блин, оно не выглядит как... Если кто-то не знает в чате, что такое пу, это какашка. Коробка — это каст. Блин. Как они вообще там на эстонском разговаривают? Интересно, какой язык. Кастовать коробку. А бокс... насекомое на, там наверху сидит. Давай, сейчас. Блин, на него не нажимается. На другое сейчас попробую. Там еще одно сидело. Вот тут. Ну давай. Ладно, может сначала с ней поговорить надо, потом. Что за трек? Написано Bring me the Horizon Kingslayer. Мэшап. Сапаистат Сегадусис Оливат. Кассополе варим Ракиват Линду Кохануть. На Линду. Линду — это птица, да? Да, видимо. Птицу. Вообще же даже вот так со стороны не до Петра, ни до чего. Bird. Yeah. Type English word for ракида. Савыскит, савыксит ракида Жанесега. Ракида — это говорить? Да, рахида. А если говорить с рахитами, то рахита, рахита. Та. Та. Та! Это... Та он, тавалисет, турул. Это хи, да, было? Да. Хи, да. Все, мы теперь знаем. Значит, он... звучит, как заклинание. Он говорит с птицей. Как получается... та... Ка... Второй... Это что это было? Ка... Что-то там было. Калинат, ка... Я уже забыл. А птица еще сложнее. Та, я запомнил. Та — это Линду, он? Линду была птица. Линда, цепи кольца, да. You learned the word for fountain. Пурскаев. Так, все спрашивают про музыку.
А у нас нет места для названия треков. Да, кстати, мы не придумали. Вот ты заметил, что все донаты от тебя ко мне перекочевывают на экране? Забираешь просто деньги, ты что творишь? Высасываю просто. Так, вы хотите узнать название этого трека, правильно? Сейчас все сделаем. Еще один. А, нет, не сделаем. Потише. Ну только один, мы что стали в норме, я не знаю. Пурскаев. Так, ну ладно. Я думаю, мы изучили три эстонских слова, это будет достаточно. Только насекомое, если нам еще скажут, как будет. Блин, ну как будто разные слова пытаются. Координат. Да я понял уже, что координаты. Это коробка была? А, не, подожди, координат, это же это. Там просто эти картинки, что тебе показывают, какое слово иногда так... Ага. Ругикаст. Так, это надо чуть потише. Минуту, друг Собер, Нагины, Сиалон, Уксик, Крокодил! Валя, я видел, там крокодил! Валя была. Крокодил! Крокодил! Малотан, Понни, Высига, Сувенда, Жаль, Наха. Был такой, Нах. Жаль его. Я слишком сильно баял, ладно, окей, сейчас верну бы. Но это какой-то очень... Слишком шитифлют. Да, дабл шитифлют. Даур, выбери первым русский, вторым английский. Так, мы и так знаем английский, русский. Интересно посмотреть на языки, которые мы не знаем. Катус. Вот Катус, наверное, крыша, да? Получается. Катус? Ну, похоже в целом. Типа, с нее скатывается всякая говна, типа дождик, о, снега, да! Смотри, Действительно. Ну вот насекомое мы никогда не узнаем, как будет на эстонском. Видимо, в Эстонии насекомых не называют. Нет насекомых в Эстонии. Как в Белоруссии нет коронавируса, так же в Эстонии нет насекомых. О, Flower Lil. Lil. Lil Flower. Это, знаешь, эстонские рэперы такие, типа... Хочет круто назваться таким каким-нибудь Lil Gangsta, а получается цветочный гангстер. Да-да-да. О, забор. Аед. 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 Это когда ты врезался на машине, такой аед. Так, это опять пу. Деревянный забор, значит, будет пуаед. Наверное, да. Силд. Силд — это мост. Угу. Так, все, скипай. Хватит это терпеть. Простите, ребят, но это уже невозможно. Там просто убили кого-то, по-моему. Трипит. Короче, трипод — это... Лестница. Лестница, да. Почему трепет? Ну, она, видишь, очень неровная лестница. Я думаю, если по ней будешь спускаться на велосипеде, тебя будет колбасить, трепать, трепет. Вот, видишь? Я просто этот... Я гениальный составитель, как, ну, вот, как всяких этих самоучителях, которые, типа, я за неделю выучишь 3 языка. И там, ты просто должен запомнить, что собака, это дог, как вот хот-дог, который ест у тебя собака, и построй связь, пожалуйста. И так, типа, для каждого слова ты запоминаешь целое предложение вместо одного слова, и вот это должно тебе помочь очень быстро язык освоить. Смотри, зато когда видишь бокальчик, ты такой, класс. Класс, да. Мне больше кажется, что тут все больше похоже на какой-нибудь иврит, чем на... Типа, книга это Раамат. Путукас, насекомое на эстонском, говорит Сова 22. Блин, бутылка-пудель. Кайф. Так, что еще нового мы тут найдем? А ты взял сегодня пудель и класс, да? На вечер. Пудель в класс.
Можно с пуделем в класс, пожалуйста? В Эстонии садятся на пуделя. Это подходит под музыку просто. Ананас будет. Ананас. Отлично. Я думаю, на этом можно закончить с этой игрой. Как раз 19:30. О, боже. Это шикарно. Не забудь подколоть соло, да. Про пуделя, на котором он сидит. Ананас in ass. Донат. Это Марк кайф. Грейн писал: «Даурчик, верни виджет с названием треков под донатами, поставь, чтобы и место не занимало на экране лишнее, или сверху где-нибудь». Да, мы сделаем обязательно в следующий раз. У меня просто нет такого сейчас виджета в этой сцене вообще никакого. То есть, чтобы это нужно прям с нуля его создавать. Вот. В следующий раз обязательно учтем, сделаем. Простите, что сейчас не получилось. Что там, по-моему, я это краем уха слышу, что песни про ананасы поют. На эстонском. Так, следующая игра называется Brutality Club, но мы сделаем графику Beautiful, наверное. Синематик нету, да? Фантастик есть. Ладно, фантастик. Мне нравится, что, ну, я так понимаю, что картинка как раз у нас сегодняшней подложки это из этой игры, и там они сражаются на какой-то, видимо, виртуальной арене, потому что есть граница, это как ох. Мы дошли до второй подборки правильных песен. Так, ну что, Кадыков Денис, ты сам нам это отправил, так что не обижайся, что игра попала сюда. А как начать? А. Так, ну туториал нам нужен. Мне кажется, мы можем без туториала обойтись. Песня прекрасная, там так хорошо слова подставили. Тогда надо чуть погромче. О, вот так, все, нормально. Я сделал погромче. Так, левел 1. О, знакомые ребята. О, так, как я... Я победил. Или нет? А где я вообще? Я просто... Не всегда понимаю, где тут я. Ну ты сейчас получил по башке точно, я видел. Кто из них я? Блин, я даже не понимаю. А, ну ладно, я победил, окей. Я тоже же Кадавра в тему. О, вырубил просто. Сейчас я сделаю. Я не могу. Очень так, я притворюсь мертвым. Что мне сделать? Он ударился головой об мой кулак. По-моему, на самом деле, то, что происходит на экране, это визуализация в целом песни. Боже, я должен на него запрыгнуть, нормально. О, нормально. Как раз. Ha ha ha!
Под эти звуки прям хорошо. Вообще, да, отлично. Я даже ничего говорить не хочется, просто я наблюдаю абсолютно прекрасное зрелище. Я просто мышку не трогаю. Смотрите, вот мои руки. Наш средний палец справил еще шедевры. Спасибо. Спасибо. Так, смотрите, просто не трогаю мышку. Так, а то совсем, да, на самом по себе у них? Их просто колбасит. Нормально, это как эти, ну, авто чес батл или как оно там? Я победил. АФК арена, вот все, ты же с ними, отлично. О, сейчас меня вырубили, да? Почти. Блин, это лучший ММА-турнир. А главное, потный какой. Я хочу посмотреть, как этот... Мышка in your ass, спрашивает. Как Нурмагомедов вот так дерется. Слушай, сложный противник, он прям это... гасит тебя. Stick finger in your holes. Тут не только ass. Всевозможно, мне кажется, ферзь пытается. Dark Souls тогда выиграл. Привет. Ого, ты прям так пришла с работы. Так, в итоге я победил. Правильно? А то я отвлекся. Тут можно победить, прям, когда ты немножко отвлекся. Прям так с работы пришла, это как? Что за удивление? Неважно. Так, ну ладно, это все? Левел 5 или... Ты типа все победил? А, нет, я не победил, все? Видимо, я наоборот проиграл. Я как победил, только наоборот. Слушай, представляешь, идешь по улице вечером, и выходят какие-то гопники, и ты просто начинаешь вот в таком стиле просто показывать. Не, ладно так, представь, ты идешь, и на тебе вот так вот выкатываются гопники. И у тебя встает, короче. Вот это неловкая ситуация будет. Так, а у нас же Теренти был, я вот думаю, мы оставляем его или скипаем? У нас же прям вот эта песня целиком играла. У нас просто такая очередь длинная. А сколько еще там песен? По-моему, до хрена. А посмотри там, ты можешь поглядеть. Я ему все пытаюсь между ног ударить, но, по-моему, я попадаю, но он, типа, ну, бесчувственный там. Еще 12 песен, Даур. Еще 12 песен. Ну, 12... Ну ладно, давай этот... можешь поставить сумму на заказ музыки, там типа косарь? Чтобы да, конечно. Ограничить количество. Смотри, тут еще такая, короче, есть сеточка по краю. Возможно, они делали для VR сначала. Чтоб ты типа... Это должен был в VR такой... И вот такой ты должен был именно в VR делать. Да-да-да-да. Просто... Причем с full body трекингом. Тут какая-то нечестная игра. Я наношу больше урона, чем противники. Ну и чё, ты проиграл? Ну, да. Но я специально. Ой, я только сейчас заметил, что зрители вообще без текстур, блин. Ой. Это игра лучший файтинг всех времен и народов. Это вообще происходит в каком-то порту, смотри.
Там Hyundai этот контейнер стоит, я смотрю. А ты видишь, какой, как эта плоская текстура фона? Просто, ну, JPEG растянутый на одной стороне. Нам Калмык предлагает. Обычно караоке было на СГ, вы можете собрать гачи караоке. Звучит как план. Да-да-да. О, я победил, да. Я победил, да. Блин, что я сказал? Мне кажется, я сломал чай. Там что-то подтягивается, ты представь. Старк Джуниор, так, добрый вечер, Уэс, да, уру, чат. О, да тут разные задники. Час 40. Вау, это что-то из НФС. Добрый вечер. А, это типа в гаражах, там, в порту, знаешь, там, ну, где работают настоящие мужики. Самые злачные места. Да. Или работяг. О, просто камбуху выписал. Эх, можно было еще бы в зрителей залететь вот так? Да, прям что, пойти и по всем этим моделькам начать раздавать. У меня такое ощущение, что мой персонаж уворачивается от курсора из первой игры, знаешь, когда... Когда игре любой музон подходит, пишет. Что подходит? А, любой музон, да. Да-да-да-да-да. Что не включи, отлично. Жалко только два приема, почему здесь нельзя, вот как, например, как Шрек, вот так вот делать поступательные движения талии, там. Подожди, что? 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 Шрек? Поступать? Да, Шрек так умел в первой игре, по-моему. Я теперь хочу поиграть в этого Шрека. Бойцовский клуб, режиссерская версия, да. Ты сам с собой дерешься, на самом деле. Спойлеры по бойцовскому клубу, боже мой. Блин, я просто башкой упал в асфальт сейчас. Так это 3D Stickman Fight получается? Ну да, да. Жалко тут, что тут, я так понимаю, чисто сингл, потому что Stickman Fight, он как раз веселый тем, что вот там примерно то же самое, только в мультиплеере, в смысле, PvP. А, я вот хочешь я поиграть не понял... с моим Шреком, спрашивают в чате. Не знаю, кому вопрос? Да, ну, отвечай. Я бы поиграл сам Шрекс. Я бы поиграл просто со Шреком, но... Да-да. Блин, мы никак подраться нормально не можем. О, все, я его победил. Ты смотри, а там прям это... Кровь разлетается, боже мой, какая жесткая игра. Ну это ж Brutality Club, типа, ну... Как ты хотел. А тут можно делать бруталити? Или тут в каждое движение это бруталити? Представляешь, короче, ты ведешь расследование о подпольных боях, короче, ты там какой-нибудь следователь. Ой, чуть-чуть потише, можно? Чуть потише. А, все нормально. И, короче, там много месяцев или даже лет ты пытаешься узнать все подробности о подпольной организации. И вот ты наконец узнаешь, короче, точное место проведения, и приходишь туда, и там вот так мужики дерутся. И ты такой, дело закрыто. Окей, не... Закон на такое не распространяется. Да-да-да. Тут, ну, на это наши полномочия все. У тебя когда-нибудь было такое, что ты вот, короче, вот своими губами коснулся чужих мужских губ? В смысле, случайно? Не, ну специально-то понятно, что специально. Или там контекст, что это необычное? Ну-ка, объясни. Просто у меня такое было.
Мы, короче, в колледже однажды боролись. Но не так вот, как... С соседом 40-летним, да? Не так, как сейчас вот на экране вы видите. Не, с 9-летним. Не, я же... Так. Но он мой ровесник был. Нам было где-то по 12 лет. Вот, мы, короче, как раз, да, когда вы еще открытые для всего. И как-то в моменте так получилось, что он, короче, на меня прыгнул, а я в этот момент пытался встать, но, блин, мы не головой об голову ударились, а мы ударились вот рот об рот, короче. И как долго вы потом еще не могли расцепиться? Подожди, в колледже 12? Это... Ну, у нас колледжем называют другие учебные заведения. Это типа, ты после 7 класса туда... Там, где мальчики целуются и трутся. Не, там, короче, там мы поступали после 6 класса туда, и там типа с 7 по 11 ты учишься. Это вот тот колледж, где вся учеба на английском была, короче, и так далее. Вот такой зарубежный. Ну да, это очень зарубежный подход в целом к дракам и всему. Европейский такой, да. Да чё он меня избивает уже который раз? Зачем ваш джим, если есть колледж? Колледж, да, надо. Колледж. Stick my... College. I'm a college master. О, я вырубил его просто, жесть. Ой, я опять мимо экрана ткнул. Щит. Снова убил. Вообще красиво. College boy. Next door. Boy next college. Добро, может, экранизировать свой горбатый колледж. Ну да, я провижу сцену, вот такие случайно соприкоснулись, потом друг от друга такие оттолкнулись. Потом прикусили губу, знаешь, такое, посмотрели обратно друг другу в глаза и продолжили драться. Там было еще много других пацанов на очереди на борьбу, поэтому... Поэтому мы не могли долго задерживаться. Там очередь была. И каждого было по 300 баксов в кармане. Давай, 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 давай мы это сделаем. На, о, просто камбуха. Камбуха. Блин, он сейчас так застрял под музыку, хорошо. Я ему коленку придавил. А, кстати, реально все еще подходит, пока песня, которая звучала отлично под эту игру. Так, что, следующий. Я почти победил вообще всех. Это была очередь на эксклюзивную борьбу с Дауром. Бей! Бей! Как раз под музыку. Блин, хорошо, блин. Ой, это еще не конец. Слушай, тут много таких борцов, спортсменов, как я посмотрю. О, это кавер. О, прикольно, что сначала с оригинал сыграл. Это вот тебе Лингатопия, блин. Да-да-да-да. Сначала... Теперь останавливаемся слова. Да-да. Теперь мы знаем, что на русском гей-бар это то же самое, что на английском гей-бар. Да, ты... Я слушал песню, не понимал, о чем поется вообще, наконец-то. Парадайз пишет «Гачеримская борьба». Гачеримская. Отличное название для секса, что туда заманить молодежь, мне кажется. Для секса. Для секса. Я услышал «для секса».
Не мог понять, почему. Почему? Не, хотя я понял, почему в целом, но молодежь можно завлечь таким образом. Но... Блин, я головой ткнулся ему в пах, и у меня сняли здоровье. Просто у него там был очень хард инструмент. Мне кажется, я их уже убивал. Вот таких вот чуваков. В своем колледже? Приходишь на секцию гачи римской борьбы, а там тебе... Ты не туда сошел, дружок, пирожок? Нет, надо, наверное, сказать, что не с того входа зашел или что-нибудь такое. From back door. Короче, я понял, чем они сложнее, типа, тем у них больше здоровья, они немножко активнее вот их колбасит, как будто они приняли прям вот не таблетку, а вот прям пачку целую чего-то. Ой, блин, я опять промахнулся. Я играю в окне и иногда мажу мышкой мимо окна. А, там же это, и лозить ей надо, да? Ага. Так, сейчас пару сек. А почему у тебя там, типа, есть уровни, вот, 14, а потом 1-1? Это разные ветки, или это разные сейвы, или что это вообще? Это... Я... Да, сейвы, скорее всего, да. А. Блин, ну вот под это... Что не маковей? Да, кстати, могли бы найти версию более трушную? Ты не туда зашел, дружок, пирожок. Гачи римская борьба, это же выше, это секция Семинкидо. А, блин. Не этажом выше, а next door. Да-да-да. И опять отличная музыка подходит к видео. О, да, я его удел. Ты стал новым пиратом. Я... Блин, опять мимо. О, все равно победил. Блин, у нас нету Better TV эмоций. Чтоб какую-нибудь гифочку запилить танцующую. Надо исправить это недоразумение. Да, блин. Это все прям потеет, Даур, некогда шутки шутить. Да вообще, капец. Там... Чё-то вспомнил, однажды на Стимпоносе была игра, короче, где ты на зоне, типа, загадки должен, на загадки отвечать. Правильно. Где? Что за игра? Где ты, типа, на зоне и должен на загадки правильно отвечать, чтоб тебя так не опустили. Вот, и там, короче, была загадка, короче, вот, ты в яме, лежит пирожок и член, что будешь делать? Это что-то тюремное, да? А какого рода яма? С пиками точенными? Без вопросов, только ответы нужны. Нет, тут очевидно, вставляешь пирожок в рот, а член в задницу, и все, и ты защищен со всех сторон. Короче, правильный ответ, говорю, ты готов? Так. Из ямы вылезу, пирожок с собой возьму. А-а-а, так скучно, так очень скучно. Я, подожди, в смысле скучно? Почему пирожок нужно с собой брать? В чем? В чем?
В чем важность пирожка, блин, в такой ситуации? Ну, потом, чтобы потом пирожок в задницу засунуть, тоже очевидно же, когда в тюрьму возвращаешься. Так, это какой-то индус, мне кажется. Он по телосложению прям похож на одного актера из индийских фильмов. Фига у него удары мощные. Уэс как знаток уже отвечает. Так мы сегодня полдня слушаем Гачи. В смысле, стрим. Я не слушаю мне стримов Гачи. Не подумайте. Почти никогда. Нормально. Трактор называется трек. Угадай, кто поет эту песню. Это Slave. Заходит как-то из хата смотрящий и говорит: этого загадки не задавать. Ты знаешь, какое-то время была эта мемная штука, что ты можешь подключиться к какому-нибудь Wi-Fi, а нет, Bluetooth, и включить в торговом центре, что ж там было? Из истории игрушек, нет, из корпорации монстров, по-моему, проигрыш какой-то, очень возбустошный. Мне кажется, сейчас пора уже делать видосы, где ты подключаешься к там, системе торгового центра, включаешь вот кожаный трактор, например. Кожаный трактор? Это сейчас так называется песня, да, вот на фоне. Она называется «Кожаный трактор»? Да. Блин, почему кожаный? Почему вообще трактор? Трактор, потому что, ну, это микс какой-то детской песенки с, собственно, гача-микс. Ты что, не слышишь? А! Я сейчас, подожди, я тебе, чтобы ты... Блин, я, наверное, оригинал никогда не слышал. Я победил под нее. Так, ну, а сейчас вообще скучно. Не слышу. Всего лишь All Star Shitty Flute. Все, я надеюсь, это Final Boss, и все, и больше их не будет. Смотри, мы вообще в аэропорту каком-то, или где тут? Майнинг ферма какая-то, я не знаю. Ну, нам еще половину треков надо слушать, то есть 6 осталось из тех 12. 6? Ты повысил там эту сцену? Конечно, да. А, все, окей, ты да. А тут... Ты назвал меня Флином? В чате пишут. Флин? Так, я не понял. Нет. Ты сказал, что я Флин? Нет. Что? Нет. Смотри мне. Не-не-не. Сука. Почему интернет дарит нам такое? Это же причем становится не один видосом, а серией, которая разрастается. Я не знаю, хорошо это или плохо. Конечно, я хорошо. Поделиться. Люди креативят. Другие люди угорают. Это ж технический прогресс, сучки. Да-да-да. Вот представляешь, я уверен, что где-то есть версия Шрека, вот, целиком мультика, где весь саундтрек заменен на вот флейтовые версии. Блин, даже мне интересно. Это еще не конец, короче. Ну ладно, я думаю, с этой игрой мы разобрались, у нас все хорошо с ней. Смотрите, я опять... А под что еще? Я опять ничего не трогаю, я побеждаю. Нормально. Давай. Все, я победил. Может, мне лучше ничего не трогать, блин, мне кажется, так у меня больше шансов победить. Это довольно прикольная мораль в этой игре, я скажу, да. А еще, подожди, слушай, у тебя нет кастомизации здесь, только одни бойцом, потому что они все разные такие, а ты какой-то одинаковый очень.
Или в этом фишка? Не, тут вообще ничего нет, кроме вот сейвов. Кроме бруталити. Теперь будет, кстати, про Шрека вот. Пишут в чате. Я подал идею. Качественная музыка, качественные игры, качественный стрим. О, да. Блин, где-то было это. Он пытается мне руку засунуть в шорты. Я видел, я все видел. О, это уже какая-то секретная поза. Мне не нравится танец моего бойца, он как-то слишком... Да Урбик, это тот мужик из автобуса. Какая-то прохладная история опять, да? Это интересная история, да. Даур, ты ведь фанат Шрека, так? Отсмотрел ли полностью переснятый лайф-экшн анимации Лего куклы старанием сотни людей со всего мира Шрек Retold? Да, смотрел. Это ж давно уже я было. Я тоже смотрел. Я даже забыл, что такое существовало. Да, я победил, смотри, я не трогая вообще победил. Но это уже одни и те же, по-моему, идут чуваки. Мне уже нет смысла играть, только, по-моему, бэкграунд меняется. Мне нравится, что есть, нам еще, опять же, интернет подарил прекрасные эти... Типа Шрек на скорости X300 или что-нибудь того, чтобы ты знаешь, такой скучаешь и не знаешь, на что потратить 5 минут. Давно Шрека не смотрел, но как бы нету полтора часа, есть только 5 минут. Я знаю, где типа каждый раз, когда Шрек говорит там что-то, типа скорость увеличивается или слышит, типа... И такое тоже думал. Типа такого. Так, ну ладно, мы прокачались до 20 левела, я думаю, этого достаточно. Ой, подожди, там Cruel Angels... А ты скипай, там я не слышу доступно. Ничего, там уже ничего не да, играет. Да. Угу. Она заблочена была. Так, а чего будем делать тогда? Не знаю. Да слушай музыку. Ты подготовился? У тебя есть что-то экстренное? А, давай просто побегаю в этом. В этом побегаю. Первый, да, вот первый. По-моему, тебе вот сейчас надо в него бегать, потому что, судя по всему, сейчас будет играть правильная версия песни «Гуляй, мужик». Может, кажется, берешь 300 бакс. Знаете, какая иконочка на ярлыке вот этой игры первой? Детское лицо просто. Ну вот, лицо младенца. Ужас какой. Я не знаю почему. Это чудо еще 3,5 бакса стоит. А вы проверили, да? Brutality Club. Так, сейчас. Так. А, все нормально. Гуляй, мужик, с волока и саксом дик. Прям еще по дрифу так хорошо. О, мы бегаем за нового чувака. Мы за него вроде еще не бегали. Громче сделайте, просят. Вот, так нормально. Мы наконец-то добавим правильного саундтрека в эту игру. И звуков в целом. Возможно, даже будет совпадать. При выборе Slaves голова ребенка говорят. Да? Блин! Посередине, что ли? Я даже не забыл, что там было. По итогам было. Стрима гача бег по планете багов с изучением языков в Brutality Club. И говорят, что ты этим бегал. Так что собирай давай на другого. Ну, собираем. Стараемся, как бы. Даур, у тебя есть беспрецедентный шанс разблокировать Dungeon Master. Даже легче жить. Да. Ой, я взял бакс. Отлично. Найс.
А тут есть ачивки, да. Каждый раз, когда ты покупаешь чувака, есть ачивка, блин, как я мог так тупануть. Так, близко был. Какая игра вам понравилась больше всех? Мне кажется, они все хороши были. Кроме Hunt Planet Bug. Мы больше ничто не купим этого чувака. Да, как его там, Гонзалес. Надо было записать, да. В тетрадь смерти. Страйк? Что? Страх. А, страх. Когда стримишь, то страшно и то, и другое. Чате пишет Гачаран топ. Это а сколько она стоит? Ценный раннер. Надо посмотреть, сколько она стоит. Давай глянем. Может, прикуплю себе. А я не знаю, она вышла или нет. Нам же все это закидывают еще до релиза. Поэтому. Ну, посмотрим. Может, уже вышло. Мы же там перенесли на месяц. Боже. 29 рублей. Да. Вот только нашел. Там еще можно купить. Что? Можно купить саундтрек отдельно, че? Ну, это не настолько прекрасно, как у нас сегодня аудиоряд. Такой саундтрек не купишь. Да. То есть, подожди, в записи будет тишина, мы будем просто смеяться и рандомно цитировать гачи какие-то штуки, да? Да! Это будет... Не, но в экспресске там есть отдельная дорожка с музыкой, и в нужные моменты смогут что-то подставлять, так что... В этом плане все будет хорошо, если соберутся делать. Да. Очень странная песня. Да. В музее Якубовича. На караоке. Мне кажется, это фену надо исполнять. Мне кажется, знаешь, почему гачи миксы получаются такими офигенными? Потому что когда у людей мало ресурсов, ну то есть вот у них есть только определенное количество фраз, да, и вот тогда включается очень сильно креатив. Поэтому ты. Потому что ты можешь затащить вот только креативом. Если не затащишь креативом, у тебя уже нет шансов. Типа, и вот. Ну да, да, наверное. Высокохудожественно оценили, короче, мы только что. Гачи миксы. Оу! Да ну как, ущи там, сори, блин! Сколько ты уже накопил? Там что-то 20 с чем-то вроде. Не успел посмотреть. Сколько песен осталось? Слишком мало, осталось 2 песни, и Даур не успеет накопить на... А кто там? Dungeon Master у нас, да? Да. Эх. А мы посмотрим сейчас, сколько у меня. Я надеюсь, они сохранились с прошлого забега, а то будет как-то неприкольно. Мне
написали, что я похож на босса. Чат, как думаете, похож или нет? На босса Бой, чего? Видос истории и красота гача миксов. Boss of the gym, I guess. Но я слишком толстый, это правда, да. Тут в этом плане... У меня 87 баксов. Вот. Блин, всего лишь. Как ты плохо бежишь. Да. Не так, стараешься, брат. Дело не в беге, дело в том, что баксы попадаются очень редко. И. Ну, типа, я когда их вижу, я их беру, а так. Вес, позор, качалки. О, налетели. Под конец стрима, сестры испортили. Shame on your chat. Слишком фэткак для босса. Понимаешь, когда она говорит, убегу от тебя и сяду на, и включается that cock, я просто не могу представить, а что там было в оригинале вообще? Ну типа это же... Органично. Это... Вписано. Как можно было писать эту песню и написать не так её? Сова, спасибо. Че там? Пишешь, что вы нормально не толстый. Я радуюсь всегда таким комментариям. А еще я видел, повыше уже улетел комментарий, потому что у тебя такое умиротворенное лицо, когда ты играешь в эту игру. Какое лицо? Умиротворенное. Блин, вот сейчас вообще ни один бакс не попался. Все плохо. Может, артмани скачать, взломать эту игру? Максимин сейчас научился любит. Ну, то есть Максимин сейчас летает, только правильная версия. Да. О, взял. Он носит Симон в рюкзаке. Ну зачем? Да. Только сакчит обещаю. Блин. Так, 90 баксов у меня же. Дайте мне название трека. Как называется трек? Максим, начну слетать Right Version. Как еще раз? Правильная версия. Трек Максим «Научись летать». А, «Научись летать», да. Да. Да, вот это типичный лазермен, потому что когда кричит «Кунгурмен», то твой «Айнл» а потом после «Сакшн». Чат перешел на нужную степень упоротости. Сука. Спасибо большое. Оу. Михаил Бабочкин таки преодолел запретный порог. Modern Talking in the Race закидывает. Спасибо большое. Спасибо большое. Я... Что есть еще? Симен Слепаков? С
Смотри, он пинает. Чем ты занимался весь этот день? Сейчас он покажет. Весь этот стрим. Нам нужен Dungeon Master. Ну, у Даура еще... Сука! Че, сколько? Полторы песни где-то есть у тебя. Давай, ты сможешь. Спасибо большое, там еще прилетело. О, я вижу 2 бакса точно. Эндерлорд говорит, кого-то там разбанить на Твиче. А кого банили, за что? Мы же не знаем. Я передам, конечно, но... Да. Но хз, хз. О, баксы прям поперли что-то. Смотри, да. 17 баксов. Игра просто решила, что надо ускоряться. Да. Это хорошо, это прекрасно. Это, кстати, вроде обычная версия, без всяких там. Не знаю, зачем вы вообще скинули нам, но ладно. Есть люди, которые хотят видеть мир в огне просто. Ну еще один. О, магад. Ой, спасибо большое. Палец еще закинул, да. Ну еще один данжен. Ой, еще бакс. 26 уже. Ой, мне кажется, они увеличиваются, типа, в какой-то прогрессии. Типа, вот каждый раз все больше и больше баксов набираешь. То есть ты можешь в теории прям за один раз взять 300 бакс? Возможно. Но уже 26 есть. Это уже 116 в сумме получается. Нигачи бой next door. Есть люди, которые хотят видеть мир в Симен. Это офигенно. Так, окей. Еще 8 баксов. Ё-моё, это Modern Token. О, детство, да-да. Да-да-да. У меня кассета была. Я очень любил No Face, No Name, No Number. Знаете песня? Прям так тащился от меня. Я много чего слышал вообще. В старые те времена ты слушал то, что слышат твои родители. Поэтому. В целом, да. Блин, я уже... Караоке, где Only Gachi треки. Я уже слышу вот в его тексте какие-то Симон там еще что-нибудь. До чего вы нас довели? Еще будешь до следующего дня, а возможно весь следующий день. Периодически слышишь что-то в голове своей. Так, уже 130 баксов. Ща, я успешно прохожу. Ща все найдем. У меня была любимейшая Cherry Cherry Lady, потом более современная You're Not Alone. Пишет. Cherry Cherry Lady, это помню. Про Modern Token, да. Да, раскачает без какс. И вот сейчас он сказал you're in again, и я слышу просто you're in a gay. Да, после такого, ну, когда подряд треки играли с миксами, прям... Ты ожидаешь, что тут должно тут где-то сплетено быть. Профессиональная деформация. О, я вижу бакс. Отлично. О, нет! Я не взял его. Ну, Оу, щит, I'm sorry. Я исправлюсь обязательно. Ну ладно, за то, что не взял, надо вот так вот. А это правильная версия Олега Газманова «Загулял». Ха-ха-ха.
Скажи, Саша чуть тебя не назвал. Уэс. Боже мой, как ты посмел? Ну, мне это очень непривычно просто. Моего персонажа в мультике назвали Саша, потому что сначала его ты должен был озвучивать. Я не знаю. Кстати, я вот это... А ты пробовал? Ты записывал его демку? Не. А, понял. Словно Finger West попал. Да-да-да. Знал бы Газманов. Клава из клыков Майкам. Саша, это кто был, фанат Греба? Да. Который в 4-й серии с ним разговаривал. Может быть такое, что Газманов все знал и писал песни для Гачи? Ложится так хорошо, что да, подозрение есть. Верная эссенс. Ребята, кто смотрит это в записи, простите. Но... Приходите на прямые эфиры лучше. Здесь происходят чудеса. Мне нравится, что они еще пытаются в рифму, чтобы попадало. Ну и причем попадает фингермес. Блин. Ну и рифма тоже хорошо, да? Вы не пересмотрите в записи не будет звуков, ну, в смысле, музыки. Музыки не будет, да. Только если это будет экспресска, тогда да. Тогда они могут вставлять в нужные моменты эпизоды, так сказать. Это будет передача по ТВ. Ты не поверишь, Олег Газманов любит finger in ass. А, так потому пересмотрю, что без музыки. Возможно, да, в этом тоже есть определенный прикол. Хотя я не знаю. Наскочились треки. Все? Да. Ну, 300 баксов мы не набрали. Но в целом мы можем, знаете, что организовать, короче. Каждый раз, когда у нас будут заканчиваться игры, но треки все еще будут играть, мы можем запускать эту игру. Фармить, да. И фармить, чтобы собрать 300 бакс. Звучит как неплохой план на жизнь в целом. Сейчас я до смерти какой-нибудь, до ближайшей смерти доберу. А то вдруг наберу прямо сейчас под финиш. Забавный парадокс. Запись будет без звука, а вот finger in ass останется. Ну это только если в нашем исполнении, конечно. Ой, все. Итак, я собрал 140... Ну, я половину нормы, короче, сделал. В нашем исполнении finger in ass останется, да? Да. Ты продолжаешь. Как-то пусто без гаджета. Потерялось что-то. Сейчас я посмотрю. А, ну до 3000 тоже не хватает, так что... Надо будет набрать в следующий раз, да, 7000 и 300 бакс. А 7 на кого тысяч? На оставшихся двух еще, на Рикардо и на кролика какого-то, я не знаю, что это. Так, ну ладно. Все, спасибо вам большое за то, что пришли. Я надеюсь, что вам было весело, что мы классно посидели. Вот. Так тихо, без звука. Да, было. Вообще не говори прям, что-то не хватает finger in my ass. В целом я и без музыки могу организовать. Я пошел, всем пока. Да, все, приходите еще, следите за расписанием. Мы где-то, ну, наверное, раз в месяц. У нас игр накопилось выпуска еще на 3.
Вот, поэтому, наверное, где-то там раз в месяц мы будем иногда в этот... выходить в эфир. Так что да, да. Спасибо еще раз. Всем пока-пока.